Армия Ирака установила контроль над центром Рамади, который ранее удерживали боевики ТЭГИЛ. По словам военных, экстремистов заблокировали в комплексе административных зданий, после чего им пришлось отступить. Данных о числе погибших и пострадавших пока нет. Взятие Рамади стало крупнейшей победой иракской армии над боевиками за последние полтора года. Напомню, они захватили город в мае. Сейчас иракская армия при поддержке бойцов народного ополчения и авиации международной коалиции во главе США продолжает масштабную операцию против террористов в провинции Анбар на западе страны.